Привет! Вы готовы со мной отправиться в Рим? Будет очень интересно. Сегодня 29 декабря, и мы все вместе с нашими друзьями летим в Рим. Очень долго ждали это путешествие, потому что мы забронировали билеты еще 6 месяцев назад. И сейчас я вас познакомлю с ребятами. С Максом вы уже знакомы. Тёма уже такой. А Тёма спрятался. Это Тёма. Тёма, махай. Нет, это он не бухает, это он кока-колу пьет. Это Мэри. Богдан, серьезный. Настя. Это Настя. Естественно, Настя. А это я. А это все. А это все мы. А это Бодя. Видео не очень. Я не знаю, мы в отражении, мы тоже фоткаемся. А это Бодька. А я. А это Мэри. Мау, короче, я опоздал на полтора часа. Ужас. Опять шар. Наконец-то. Сейчас ждем и ищем автобус и сразу едем в Ватикан. Потому что заселение в наши апартаменты в 3 часа. А сегодня, по идее, Ватикан должен быть бесплатный вход. И сегодня последний день, если мы сможем попасть туда, потому что 1 и 2 числа там выходной. Так что прежде всего мы едем туда. Единственное, мы не знаем, где купить билеты. Мы сейчас будем смотреть. Может, у водителя спросим. Может, можно сразу у него купить. Мы нашли автобус. Вернее, он к нам приехал. Вот такой вот. Билетик 6 евро купили в самого водителя. Поэтому, в принципе, без проблем было. Ну все, теперь едем. Нам, по-моему, ехать к Ватикану около 50 минут, час где-то. Наконец-то в Риме! Ура! Все замученные, сонные. Но как только увидели Рим, восторга. Он прекрасен. И мы идем прежде всего в Ватикан, как я уже сказала. Мы только что его проезжали, и там уже огромная очередь. Не знаю, как долго мы там будем стоять. Но мы должны туда попасть, поэтому... Что ты говоришь? Здесь персонали и как Еще мы видим. Нет, Тём. И
Итак, мы гуляем уже полдня в Риме. Что сказать? Я влюблена. Это безумно красивый город, и я всем советую приехать сюда хотя бы однажды. Здесь каждый уголок настолько красивый, что смотришься и не насмотришься. Мы побывали уже в музее Ватикан. Нам повезло, потому что мы зашли туда бесплатно. Сегодня последнее воскресенье месяца, а там каждое последнее воскресенье месяца бесплатно. И, кстати, на удивление то, что очередь была очень большая, реально безумно большая, мы думали, что будем часа три стоять как минимум, но мы зашли буквально за полчаса, даже, возможно, быстрее. Единственное, мы не попали на саму площадь Ватикана, потому что там сегодня что-то происходит такое, но мы еще надеемся, сейчас по дороге, может, попадем, или уже завтра приедем. Случайно набрели на замок, и здесь тоже очень-очень красиво. Я безумно, безумно довольна. Макс? Да. А ты? Мы очень устали, но оно того стоит. Итак, без 6:02 мы выбрались на ужин. Мы уже заселились, помылись. Кто помылся, кто не помылся. Подкрасились. Я наконец-то переоделась. Зай, зачем тебе шапка? Тут тепло. И идем искать какую-то ресторанчик, кафешку, чтобы покушать. Бодя, как всегда. А ты закрыт? Блин, реально тепло. Не уходит. Ой, так классно, да. А еще у нас тут такой дворик, такой атмосферный, но я вам завтра его утром покажу уже. Потому что уже ничего не видно. Идем кушать пасту и пиццу. И просекко. Вот что мы кушаем. А, хлеб, просекко и белое вино. Женщина не пала. Есть цвет лица. Подожди. Что это? Просека. Просека. О, наша лазанья. Все, я уже выдушаю. Я не мой карбонары еще не принесли. Ой, бам. Хочу. Принеси нашу пиццу. Спасибо. Ура! Закрыт! Марьяна, телефон же у тебя? Твой. Мы идем кушать. Пасту. Смотрите. Это древняя римская цивилизация. Напилась уже. Я всего лишь просекла. Но повеселела. 2 литра. Да, конечно, 10. Не факт, что это войдет в архив нашего влога. Ну, вообще-то это хорошо. Но зато в архив нашего жизни уйдет. Это хоум-видео, только бесспорно. С маской. А может и спорно, Макс потом покажет. Смонтируй. Не ты покажешь, успокойся. Бодька сейчас набросится на нее. А мы сок возьмем. Подожди, сок, ты же сказала чай. Да вот, ты издеваешься, ты сказала сок. И чай есть. Блин, я поставил сок, ты сказала, что чай, типа воду набрала. Ну я просто поставила. Так а вы сок? Так сок или чай? Да мы же не определились, чем мы хотим. Не, я снимаю еще. Да, давай сок. А что это вы Пасху пили? Ну, слови мою его. Новогодняя. Рождественская Пасха. О, вы знаешь, и чё? Настя снимает. Я вижу, что... Ну, а Настя снимает хом-видео. Я же не сказала, что это войдет. Если Боди себя хорошо будет вести, то мы возможно... А ну-ка поподробнее. Его возьмут в команду. Давайте я вот это попробую. Макс, ты что, сосать пьёшь или что? Смотрите! И вы не хотите это пробовать? Не хотят. Алло! Шоколад. Фу, я так наелась реально. Фу. Понятно, реально серьезно. Вот именно реально фу, потому что эта паста была, конечно, печальная. Сакэшники. О, сакэшники! Сакэшники!
Доброе утро. День второй. Мы бежим. Давайте. Сейчас вам покажу дворик, потому что здесь очень красиво. Все готовы? Не слышу. Да, буду стараться. Сегодня 31 декабря. Сегодня мы будем праздновать Новый год, но на улице. Такое ощущение, что сегодня какой-то сентябрь месяц. Тепло, солнышко, желтые листья. Красиво так. Вот так вот идешь, идешь, а здесь римские руины. Очень много людей, и все парят экскурсии. Но это не главное. Главное, что здесь невероятная атмосфера. Наверное, ничего не слышно. Да все прекрасно слышно. Здесь каждый вот шаг ты проходишь. Ребята, добрый день, по-русски, ребят. Да, по-русски. О, видите, смотрите, экскурсия без очереди. Всего лишь за 45 евро. 35. Здесь 45. Да, это мне голову режет. За какую голову режет? Короче, вот здесь невероятно, ребята. Путешествуйте, больше путешествуйте. И в Рим обязательно. И не один раз, потому что здесь за раз, наверное, все не просто не посмотришь. Я еще обязательно приеду сюда. И хочу так на недельки две, чтобы так, как оно, в расслабоне. Чтобы взять какой-то просекко, посидеть спокойно. Потому что когда у тебя три дня, ты бегаешь, ты хочешь все увидеть. И вот так вот прям насладиться, то нет времени. Так что, Зай, ты мне еще привезешь сюда? Нет. Ну, я сама приеду. Волшебная, очень тепло и так непривычно, что сегодня 31 декабря, как бы, да, Новый год, мы привыкли, что должен лежать снег, быть мороз, а здесь так тепло и классно. Очень красивая архитектура, все просто такое завораживает, настолько, вот, я не знаю, все так классно. Да, словами не передай, да? Да, величественно. Что впечатление вообще. Все очень вкусно, нам очень нравится. Пицца, паста, все очень вкусно. Давай, рассказывай. Я уже рассказала, Настя рассказала о своих впечатлениях. Что тебе? Я очень довольна. Я всегда еще с 9 класса мечтала посетить Италию, Рим как раз. И вот благодаря Насте, а именно Настя и Максим нас пригласили в это путешествие, мы в Риме, и он шикарен. Я понимаю, почему его у нас называют вечный город, потому что здесь, наверное, только в нем может сочетаться столько архитектурных достопримечательностей. И плюс
новая жизнь, новая техника. Что-то такое налёбало, но в том смысле, что здесь... Да, но в том смысле, здесь очень красиво. И здесь стоит, сюда стоит приехать. И не раз. Точно. Я да. еще хочу теперь. Вы знаете, по возможности можно сюда не раз точно приехать. Вообще влюбляет, Рим шикарен, это правда. Несмотря на всю эту толпу, там, ну, все равно... Так классно. Каждым даже лучиком греешься и наслаждаешься. 31 декабря, между прочим. А посмотрите, какое небо, какая зеленая трава вокруг нас. Можно поверить в это? Здесь, кстати, даже эти кактусы стоят на улице. Пальмы. Я вообще в шоке, потому что вчера вечером было холодно, да, ночью. Да. И как оно не мерзло здесь, непонятно. Мы довольны. Все продумано. Представляете, это театр. Насколько было круто раньше ходить в театр. Я бы с удовольствием так выходила. Чтобы вы понимали, я блогер, но в итоге я не сижу в телефоне, а все сидят. Что ты спрятала? Ты тоже только что сидела. Что? Итальянцы как нормальные люди. Я с тобой общаюсь. Вот, смотрите, все общаются. А я наши смотрю, что... сидят все в телефонах, потому что им нужно, видите ли, сейчас фотку выложить. Нету слов.
Шо, покажи, шо. Одни эмоции. Да, а я шо. Тёма. Fratelli e sorelle, buongiorno. Si nomina il volto del Signore. Il sacerdote prega che Dio lo faccia risplendere e lo rivolga verso il suo popolo e così gli conceda la misericordia e la pace. Sappiamo che secondo le scritture il volto di Dio è inaccessibile. Уже успели посмотреть, в принципе, все, и Колизей, и Ватикан, и что еще смотрели там. Все площади обходили. Устали очень, но Рим волшебный. Я еще обязательно сюда вернусь. Мы уже сели в самолет. Улетаем с Италии. Сейчас 6 утра где-то. И летим сейчас в Варшаву, потому что мы летим через Варшаву. Там будем целый день, и потом уже снова в Киев, домой. Эх, и так не хочется улетать с Рима. Я бы надольше здесь осталась, конечно. А главное, здесь тепло. Сейчас прилетим в Варшаву, а там будет холодно. Но ничего, мы еще вернемся. Снег. Хочу обратно в Рим. Но надо пойти посмотреть что-то. В Киеве, наверное, еще холоднее. Бегаем, чуть-чуть пройдемся, посмотрим, забежим в кафешку снова, чуть-чуть пройдемся и забежим в кафешку.
Сель с Максом заказали тортик капучино. Мы когда были в Кракове, то там очень вкусные сладости были. Поэтому будем смотреть, может, здесь тоже есть что-то такое вкусненькое. Пробовать.